Если фотон проходит через плоскость с двумя щелями, то при наблюдении он пройдет через одну, без наблюдения через две. А если наблюдать после прохождения плоскости, но до столкновения с мишенью, он вообще пройдет мимо. Согласен, а в чем прикол? Да ни в чем, просто отличная идея для футболки. А хочешь услышать интересный факт о ступеньках? Не очень. Если высота одной ступеньки будет отличаться всего на каких-то 2 миллиметра, большинство людей на ней споткнутся. Да мне плевать. 2 миллиметра? Да ладно, брось. Я сам провел ряд экспериментов, когда мне было 12, из-за этого папа даже сломал ключицу. Так поэтому тебя отправили в интернат? Нет, то было из-за лазеров. Новая соседка? Похоже на то. Значительное улучшение по сравнению с предыдущим жильцом. Ты про 100-килограммового трансвестита с проблемной кожей? Да, определенно. Здрасте, здрасте. 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 Мы не хотели мешать, мы тут просто живем по соседству. О, как мило. Нет, нет, не в этом смысле. Мы живем вместе, но спим в отдельных гетеросексуальных спальнях. Может, надо было пригласить ее на обед? Мы же собирались начать смотреть второй сезон «Звездного крейсера Галактика». Мы уже смотрели его на DVD. Но не с комментариями же. Ну, а как вы, ребята, тут развлекаетесь? Сегодня мы пробовали мастурбировать за деньги. Это мое место. Так садись рядышком. Нет, я здесь сижу. А в чем разница? В чем разница? Понеслась. Эта женщина не станет спать с тобой. А я и не пытаюсь с ней переспать. Ну и хорошо, тогда и расстраиваться не будешь. А почему ты решил, что она не станет со мной спать? Я особь мужского рода, она женского... Да, но вы разных видов. Круто, но вам нужно уйти. Почему это? Вы не вовремя. У Леонардо в гостях дама. Твоя бабуля снова в городе?